технический специалист со своим помощником максимально высоко оценят его дорожку шагов, его вращение. И за счет вот этих всех компонентов он поднимется повыше. Ну что же, можно выдохнуть. Артем Григорьев обгоняет Кёрена Оя. И нам остается понаблюдать за Денисом Теном и Кевином Рейнольдсом. Итак, на данный момент Денис Тен уступал совсем чуть-чуть. Уступал 31 сотую балла. 31 сотую, еще раз повторяю, Артему Григорьеву. Но вопрос, как что у него с набором прыжков. Вообще у Дениса есть тройной аксель. Это то самое, может быть, даже для нас самое грозное оружие. Но у него нет же таких линий, нет такого скольжения. Конечно, по компонентам Григорьев обгоняет здесь очень и очень многих. По компонентам Григорьев уступает, естественно, только лидерам. Эх, жалко, многовато он уступает по компонентам. Почти 10 баллов Адаму Риппану. Хотя, на мой взгляд, конечно... ну, я думаю, просто не хватает авторитета Артему, да, просто-напросто. А так-то по компонентам он не может 10 баллов. 71 десятая у Риппана и 60,8 у Григорьева, дорогие судьи. Ну, это вы, конечно, махнули. Ну, ладно, посмотрим за Денисом Теном. Тройной аксель, но с помаркой. Еще один... Тройной теперь в каскаде будет делать, а ему ничего не остается. Есть здесь. Ох ты! Окрутка-то какая! Обхода не было уже на второй прыжок, на тулуп. И он буквально на месте, при не очень-то высоком прыжке, выкрутил 3 оборота. Ну и ну. Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова выбран для произвольной программы его тренерами Еленой Водорезовой, Буяновой и хореографами Ириной Тагаевой и Татьяной Тарасовой. Татьяна Анатольевна Тарасова не может оставить родную ей цисковскую школу, и, конечно же, она всячески участвует в подготовке воспитанников армейской школы. Денис Тен именно на ЦСКА тренируется. Лена Водорезова и Буяновой. Ах ты, боже ты мой, а, ну надо же, и в конце Ридбергер двойной с рукой вверху, а. Железные нервы у этого казахского фигуриста. Чуть-чуть сглазил. Прошу прощения. Ридбергер. Ну, было видно, да, коварный прыжок, конечно, вот это вот часто очень в начале уже отклоняется от оси фигурист, и вот эта вот распространенная ошибка у него тоже проскочила. Да, ничего так у нас, да, с вами, дорогие друзья, финальная шестерка. Адам Риппан исполнял вообще вращение в кольце на обеих ногах. Сейчас, наверное, лучшее положение в кольце у Дениса Тена продемонстрировано было. Да, подготовка будет здоров. Сальхов.
Ну и ну. Вообще, конечно, честно говоря, после такого шикарного проката Артема Григорьева мы с вами выдохнули. Так, знаете, уже успокоенно. А может быть, даже рановато. Хотя вот он сам качает головой, не всем он доволен. Ну, вообще, конечно, такое катание, я вот честно могу сказать, после его короткой программы я думал, ну, как бы, да, на короткую его все-таки хватило, на произвольную может не хватить, да. Вы знаете, его и на произвольную хватило. Браво Елена Водорезова, его тренер, конечно, в блестящей форме, ученик. Он родом из Алматы, ну, а если говорить о его фамилии, да, он из семьи корейских диссидентов. Его отец был достаточно известным генералом, и, в общем, потом вся семья бежала из Кореи, от преследования бежала в Казахстан, и родился вот он уже в Алма-Ате. А несколько лет назад приехал в Москву для того, чтобы совершенствоваться, потому что просто в Казахстане недостаточно был уровень, чтобы расти в профессиональном плане, недостаточный уровень преподавания фигурного катания, тренировок. Переехал в ЦСКА. И вот мы видим, что он, кстати, первый казахский фигурист, который завоевал медали на официальных турнирах. Первый казахский одиночник, который завоевал медали на турнирах, официальных турнирах Международного союза конькобежцев. Он выиграл этап юниорской серии Гран-при в Гомеле в этом сезоне. Выступал в финале юниорской серии Гран-при в Гойанге. Был там пятым. Я думаю, что если лидеры сегодняшние лидеры фигурного катания, взрослого фигурного катания смотрят эти соревнования, то, конечно, понимают, насколько мощная конкурентная смена растет. И вот Адам Риппан, вот эта вся тройка, по большому счету, запросто может, конечно, участвовать уже сейчас во взрослых состязаниях. Гая тройка, четверка, Михаил Бжезин, Адам Риппан, Артем Григорьев, Денис Стен. Ой-ой-ой, 118-97. Нет, ну все нормально, все спокойно. Он отставал на несколько десятых, и он не удается ему обогнать. Он обогнал Керана Оя, американца, но он не обогнал Артема Григорьева. Может быть, за счет как раз...